юридическом факультете у нас есть несколько интересных направлений и специальностей. На дневном отделении и на вечернем отделении, и на заочном отделении есть направление экономика, которое подразделяется в свою очередь на специализации финансовый менеджмент, общую экономику, страхование, бухучет и специальность таможенное дело. А также есть направление менеджмент, которое подразделяется на общий менеджмент и маркетинг. Достаточно молодая, интересная специальность маркетинг, потому что сейчас это очень востребовано. Нужны люди творческие, креативные, умеющие быстро мысль, принимать интересные решения, уметь преподнести товар, преподнести себя. То есть направление маркетинг очень любопытное и очень интересное. Если интересует еще и реклама, на вечернем отделении экономического факультета есть направление реклама, которое специализируется потом на рекламе и организации рекламного отдела на предприятии. Если вы творческий, если вы интересны, если вы умеете считать, мыслить и вам интересно анализировать ситуацию, которая происходит в стране, то вам прямиком на экономический факультет. Здесь можно применить себя с точки зрения и как математик для анализа финансового состояния, а также как и творческий человек для продвижения товара и продажи услуг на направлении реклама и маркетинг. Конечно, я желаю хорошо сдать ЕГЭ. Если вы хорошо сдадите ЕГЭ, то, естественно, для вас будут открыты любые факультеты нашего университета и вообще любая дорога в жизни. Но кроме того, что надо сдать ЕГЭ, конечно же, надо и чувствовать себя уверенно в жизни. То есть знать, что то, что вы хотите, всегда получится. Всегда у вас будет то, к чему вы стремитесь. Поэтому надо четко понимать, что вы хотите в жизни, знать, куда и к чему себя применить.